Без подготовки специалистов новой формации невозможно освоение новых технологий и создание конкурентоспособной продукции. Это требование времени и западных инвесторов, которые приходят в машиностроительную отрасль нашего региона. В этом году и на следующий год на площадке ДААЗа, на площадке ряда других предприятий ожидается приход и размещение достаточно большого количества предприятий, в том числе с иностранным капиталом, для производства автокомплектующих. На совещании обсудили вопрос, как повысить качество обучения специалистов для машиностроения. Глава региона дал поручение создать рабочую группу для скорейшей разработки областной программы подготовки кадров. Арина Макарова, Виталий Немов. Новости Димитровграда.